комплексе, общепризнанный, так сказать. И низкие показатели, это вот Алматинская область, Владимирская, Магистанская или Атаравская. Ниже среднего. Это по обрабатывающей промышленности. Дальше. Производительность труда. Один из самых, так сказать, характерных показателей, которые дают возможность оценить уровень развитости экономики, это производительность труда. В Казахстане этот показатель на каком уровне находится? Кто-нибудь может сказать? 30 тысяч долларов. Долларовом выражении. В развитых странах этот показатель на каком уровне находится? Вот все занимаются менеджментом, да? В общем-то, все менеджеры. И каждый должен себя на предприятии позиционировать в рамках своей отрасли, в рамках своего региона, в рамках Казахстана, ну и относительно вообще общемировые показатели. Но в развитых странах этот показатель находится от 100 до 200 тысяч долларов. В Казахстане в сельском хозяйстве этот показатель составляет 3000 долларов. Можете себе представить? Вот этот показатель, он как раз и говорит, ну какая страна, сельскохозяйственная больше, или мы больше промышленная страна. Мы больше промышленная страна, нежели сельскохозяйственная. Хотя 70 лет тому назад, или уже 80 лет тому назад, мы начинали как сельскохозяйственная страна. То есть